Друзья, мы начинаем. Я очень вас прошу сесть и сесть поплотнее для того, чтобы те люди, которые будут опаздывать, могли подходить сзади, а не идти через сцену во время доклада. Пожалуйста, садитесь. Спасибо всем, что пришли. Добрый вечер. Я рад видеть, что многие смогли в рабочий день доехать. Отдельное спасибо тем, кто в последний день, момент не перепутал и забыл паспорт и поехал за ним домой, чтобы сюда приехать. Вот. Отдельное не спасибо людям, которые, конечно, в последний момент отказались, и за них кто-то другой не смог сюда попасть. Но я надеюсь, в следующий раз мы найдем помещение на всю нашу огромную толпу. У нас там уже, по-моему, 2000 человек в группе. Так что, может быть, в следующий раз уже конференцию пора будет делать. Вот. У нас сегодня 4 доклада. Будет сначала 2 доклада, потом небольшой перерыв, потом еще 2 доклада. В перерыв можно будет там сходить попить, поесть, покурить. Если вы курите, то не забывайте паспорт, иначе обратно вы можете не вернуться. А туалеты, я думаю, все знают где. Если не знаете, то они там вот в проходе. А в момент перерыва еще можно будет сделать экскурсию по офису. Здесь всех централизованно могут провести и показать. Вот. Мне кажется, из организационных вопросов все. И первый доклад сделает Никита Романов. Расскажет про оптимизацию и профайлинг программ на Go.